Привет всем! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня мы приступаем к посадке озимого чеснока. И готовим грядку для посадки зимнего чеснока. Вносим перегной. Также необходимо внести хотя бы по одному стакану золы 200-миллилитровому на 1 квадратный метр почвы. И будем вносить нитрофоску. Здесь у нас и азот, и фосфор, и калий. И также небольшую горсточку на 1 квадратный метр. И все хорошенько перемешаем. Для посадки чеснока выбираем вот такие вот крупные головки. Сейчас мы их разберем на зубчики. Вот такие чесночины выбираем для посадки. Это мы так делаем. Именно такие самые крупные. Ну вот, разобрали наши чесночины на зубки. И также посадим несколько таких вот бульбочек для обновления нашего чеснока. На нашей подготовленной грядке делаем разметку, куда в дальнейшем будем осуществлять посадку зубчиков чеснока. Примерно вот на таком расстоянии будем садить. И заглублять в грунт будем где-то, наверное, на такую вот глубину 3-4 сантиметра. Раскладываем зубчики чеснока. Самое главное, слишком высоко именно не посадить чеснок, чтобы он не вымерз зимой. Все-таки его нужно поглубже садить. Немножко можно вдавить где-то вот на вот такую вот глубину. 4, наверное, или 3 сантиметра. И засыпаем все это сверху грунтом. Ну вот, разложили все наши зубчики и присыпаем все это грунтом. Ну, просто разравниваем нашу грядку. И вот по таким небольшим бороздочкам раскидаем вот эти вот бульбочки. Ну, с них вырастут небольшие такие головки, которые затем можно будет на следующий год посадить. И из них уже вырастет большая такая головка чеснока. И тем самым мы будем обновлять наш посадочный материал. Такие вот бульбочки. Разложили наши бульбочки. Сейчас их присыпем сверху небольшим таким слоем земли. И все разровняем. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.